Всех приветствую. Сегодня вкратце пройдемся по рынкам. Но для начала покажу счет. Вот вчера вот удалось немножко заработать. Там по мейволочи настрелял. Вот кому интересно, можете посмотреть, так сказать, в рамках обучения. Ну, вот это говорю, скальпинг по мелочи настриг. Там на сиплом, на фунте, чуть-чуть на золоте, на франке, на еврике. Ну, там помаленьку. Немного нефти, но там совсем копейки. Ну, короче говоря, по мелочи сейчас торгую, сейчас такая пила, соответственно, тут особо по трейдам нечего смотреть. Ну, из того, что сейчас висит, это у меня золото добавил шорт, хотя, наверное, рано. Фунта купил на отскок, нефть шарчу понемножку. И иену вот хороший такой объем набрал в шорт, там хорошая такая структура, я уже говорил, сейчас покажу. Ну, и S&P-ху понемножку тоже начинаю шортить, но там она может выше уйти. Сейчас посмотрю, видите, тут такая коррекция, скорее всего. Хотя вот это можно как тройку разметить. Ну, может повториться вот эта вот ситуация. Ну, короче, вчера нормально отработал, сходили мы ровно туда, куда надо, там лонганул даже. Короче говоря, вот так вот. Ну, давайте сначала начнем с биткоина. Пошел он вверх в коррекцию, соответственно, нам нужно на самом деле фибу накинуть. Сейчас нарисуем. Вот, а по этим фибам откупать. Мы 38 отработали, в принципе, уже можно сейчас было чуть-чуть шортануть. Но я жду все-таки повыше. Но биток может прямо сейчас отсюда вниз пойти, потому что здесь вроде как тройку можно натянуть. Но хотелось бы еще увидеть, в принципе, выкупы идут. S&P вроде как еще живой относительно. То есть суть в том, что ловлю по 9300, 9400, видели там ордера от ложки. Так что, скорее всего, дадут туда. А вариант вверх, ну, скорее всего, отменяется. Судя по иене, ничего там вверх не светит. Ну, сейчас доберемся до этого. Соответственно, и по эфиру, скорее всего, это вниз. Еще, может, чуть вверх даст. Это похоже на двойной зигзаг. Это первый был, это второй, это вот еще один. То есть еще один заброс вверх будет и поедем вниз. Ну, это совершенно не точно, но вроде как так. По S&P у нас здесь вроде как вниз импульс прошел. Но этот импульс может быть либо коррекцией к этому движению, либо это заходные. Соответственно, можно ожидать вот что-нибудь вот такое вот. Куда-нибудь на 300, чтобы вот эти стопы собрать, потом вниз. Вообще, если шортить это дело, то надо обязательно ставить стоп сюда, потому что если туда уходит, то все, соответственно, я набираю объем, с учетом того, чтобы сюда, если уйдет, не было сильно больно. Может ли сразу вниз пойти? Ну, сомневаюсь, скорее всего, повыше. Это коррекция будет, опять же, тут такая же схема. Берем фибу и кидаем. И получается, что мы даже до 50-ки не добили. Ну, в общем, короче говоря, 3095, как раз там стопы. Вот там вот на самом деле все это дело будет, скорее всего, развернуто. И, наверное, я все-таки прикрою сейчас вот это дело. Не буду я шортить. S&P, скорее всего, вверх пойдет. Так. Смотрим дальше. По золоту у нас формируется какой-то такой треугольничек, вроде как с выходом вверх. Но тут видно уже сильная продажа, поэтому я заранее зашортил. Но это, конечно, зря. Ну, короче говоря, как здесь нарисовано, так и пойдет, скорее всего. Есть вариант вот так сходить и вот так сходить. На этот случай у меня тут шорт висит, но если он вниз в плюс уйдет, то я его закрою. То есть вот такие варианты здесь. По нефти. Понемножку я набираю, это перезаход, соответственно, тут, ну, мне важно не остаться без позиции, то есть, вот этот вариант, что мы прям сразу вниз пойдем, он все еще жив, но основной вариант все-таки, что оно еще выше пойдет, потому что мне не нравится вот эта вот структура, тут нету явной четкой пятой волны, может быть, это какая-нибудь начальная диагональ, еще что-нибудь, но суть в том, что вот в данном случае это зигзаг, и пока он еще импульс не дорисовал вверх, ну, тут говорят о перехай пока рано, поэтому шорчу. А, что еще тут? Рубль ракету запустил, но эту соплю не смотрите. Это как бы нет, не было ликвидности, раздвинули спред. Но все равно 73-74 рубль расходил. Это вообще жесть. Ну, тут примерно туда он и метит. То есть суть в том, что мы, скорее всего, пошли заходные рисовать. Ну, может, он еще коррекцию даст, но кто еще не успел покупать, покупайте по любой цене, там, в принципе, что вы купите по 69.50, что по 70.50, никакой разницы, на 86 рубль. Евро-доллар до сих пор пилит и пилит, и что это такое, я не могу сказать, но вариант вниз подтверждается. Но суть в том, что здесь одни тройки, и можно даже вот так вот разметить треугольничком, так условно, и он может вот так сходить. То есть, в принципе, кто рисковый, можно купить евро-доллар и поставить стоп сюда. Может, сработает. Может и нет, но я купил фунта. Я купил фунта, потому что, сами видите, ну, а сколько-то он точно даст. Соответственно, ну, куда-то вот на 23.90, наверное, он сходит. То есть, я ожидаю что-нибудь вот такое, как минимум.
а то и выше, поэтому беру. Но в данном случае он еще может дно обновить, там еще докуплю. По иене хороший трейд, вот, в принципе, мы дорисовали эту фигуру, и это означает, что тут прошел либо импульс во флете, либо это был зигзаг. Ну, в любом случае, это вниз, короче, потому что это вот вверх идет коррекционная структура, видим уже свечи продажные, то есть это вот прямо камнем вниз полетит. Куда полетит, ну, тут это дно выбивать, как минимум, то есть на 106-105 куда-то туда. После этого иена сильно вверх пойдет. Скорее всего, это будет как раз-таки вот этот рост доллара. То есть мы идем вообще на самом деле вот сюда. Так что ждем. Вообще хороший трейд. Единственное, что очень далеко стоп. Но тут верничок на самом деле. Даже если выше вытащит, оно все равно свалится. Тут вариантов вверх разметить вообще нету. По франку мы идем вверх. Вроде как это заходные. Но, честно говоря, не хочу пока сюда лезть. Если там еврик вверх потащит треугольник, то здесь тоже будет треугольник. То есть структура не очень надежная, и в данном случае, если покупать, то стоп сюда. Я не лезу. По Канаде мы видим сопротивление очень сильное, и, честно говоря, надо бы коррекцию подождать, а потом уже принимать выводы. Но пока вот такие варианты. И Австралию надо бы вроде как шортить, но что-то я хочу повыше увидеть, и то там оттуда шортить. Ну и Новая Зеландия то же самое, ничего не меняется. Вот такие прогнозы. Ну, по индексу, видите, мы практически пробили этот хай, мы его и пробьем. И потом, возможно, пойдем вниз. Ну, тут что это такое рисуется, непонятно. Ну, скорее всего, это какая-нибудь... Хотя, кто его знает, не буду загадывать. Ну, короче говоря, вот по этому варианту идем с пробитием хай. И он может не так сильно уйти, может чуть-чуть задеть и вниз полететь. Ну, вот так пока что вижу рынок. Больше добавить нечего. Ну, в принципе, все трейды сказал. Все, что ловлю, сказал. И до следующей встречи.